Что ж, ребят, всем привет, с вами снова я, Артём, и мы с вами продолжаем проходить The Beast Inside, и у нас глава номер 8, в общем, в которой мы за нашего персонажа в прошлом играем. Тут у нас, да, вот призраки появились. Так, и тут нам нужно, по идее, идти вот сюда, вот, да, куда я, где я понимаю, где у нас этот вот вопросик теперь стоит. Там у нас, по идее, должна быть следующая последовательность, та... которые нам надо придерживаться, чтобы пройти весь этот квест в этом подземелье. Нафиг, 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 нафиг. Чё ж там так орёшь-то? Успокойся. Я так тоже умею. Так, а как тут режим стелса активируется еще раз тогда на С? Понятно. Чё ж ты орёшь-то так, господи? Так, все, ушел, неужели? Ушел же ведь? Walter thought my father killed his partner in order to get his shares. But the explosion was accidental. After all, the mine brought in more income than in. Да не ля-лякай ты там. 9, 7, 9, 7, 8. Тихо. Да, такой себе. Ну, очень даже такое себе. От него даже тут никак не спрячешься, по идее, это. Как я лично понимаю, да? Вот, конечно, тупо сделали. Вот, конечно, ой, господи. The Beast Inside, как же я тебя обожаю. Я не знаю, то ли туда куда-нибудь вообще вглубь нужно, вот здесь вот куда-нибудь залезть, тут где-нибудь от него сныкаться. Так, тут ничего нет. Так, тут есть спички, возьмем. Слушай, реально, а как я отсюда выйду тогда тебе? От меня вот этот вот вопрос очень сильно беспокоит. Как бы, если честно. Как я отсюда выйду, если он тут просто у входа постоянно ходит? И, собственно говоря, мне ничего даже делать, по сути, не дает. Так, вроде я ушел. Так, какая там была последовательность? Еще раз, 7...
А, нет, 9, 7 и 8. 9, 7 и 8, да? Так, значит, мы здесь. Значит, нам сюда. 9. Получается, дальше... 7. Так, а нет, это было... Это был, погоди, это был 12, по-моему, да? Так, 7, 7. 7 у нас вот здесь получается, да? Да, 7 у нас вот здесь. 7. Это я что-то там в пыхах как-то ее не увидел. В смысле, увидел, но не так, как надо. Так, 7. Так, и что там следующее? Так, сейчас посмотрим, чтобы точно... 7 и 8, да? Следующее у нас, значит, это восьмерочка, да? Восьмерочка у нас вот здесь вот. Окей. Так, сюда вот, да? Топать. Так, скажите мне только, что это будет конец уже, ладно? Еще один товарищ, ты прикинь. И сейчас вот вы мне скажете, что их два будет, да, здесь. Вообще нормально, конечно. Так, значит, идем вон туда. Так, тут, погоди, тут спички лежат. Идем вот сюда, и тут еще наверху что-то, да, лежит. Шахтеры, елки-палки. Скажите мне только, что это последний уровень, пожалуйста. В этих шахтах, блин. Так, ну вот он меня, да, сейчас опять запалит, конечно же. Дурак или как? Или где вообще, погоди. Так, ух ты, сейчас тут будет сложно. Это у нас, значит, смотри, это у нас, значит, 17, как я понимаю. Дальше 13. А, и дальше 14. 17, 13, 14, да? The detective was eager to make it big. Так, 17 у нас там. Мария seemed to know the whole story. She mentioned some secret in my family, something that could change everything, bring us down forever. What could she do? Свидание, дурачок. Я так тоже орать умею, если чё. Так, дальше у нас, значит, 13. А 13 это вот здесь, да, у нас внизу. Окей, тоже без проблем.
особо, я так понимаю. Ну, конечно. Конечно же, без проблем. Ай, господи, бестонсайт, конечно, я тебя обожаю. Я надеюсь, что у нас между вот этими переходами, между ними есть сейф вообще. Потому что если я, конечно, буду так бегать каждый раз... А я так буду бегать, да, похоже, каждый раз. Это, конечно, трындец тот еще. Так, одно меня радует, то что я быстрее их, похоже, бегаю. Или нет? Это плюс к всему вообще не страшно. Это вот плюс вообще вот не страшно, вот ни капельки, реально. Я не понимаю просто, к чему вот делать вот эту вот, не знаю, беготню по катакомбам. Чтобы игрок опять же думал в хоррор-игре. Так, нет тут никого. Так. Так, дальше 13 и 14, похоже. А где у нас тут 14-й? 14-й, ух ты, он, блин, далеко. 14-й это у нас далеко отсюда. Ладно, я надеюсь, это хоть финал уже будет. Скажем так, финальная точка нашего назначения. Так, побежали, пока нет никого. Так, 14. Выбраться из шахты. А то я не этим, да, занимался, вы мне хотите сказать. А то я из шахты прям не выбирался, да, вот в это вот во все вот. Вы мне хотите сказать. Вот, знаете, да, новость, выбраться из шахты тут. Так, чё это? Как бы. Ага, то есть тут вот так вот надо. Ну ладно. Так, а тут что надо? Масло вижу, собираю. Конечно, его у меня... Его у меня сколько вообще масла? Его у меня 24 керосина. Ну, керосин, масло, как бы, понимаете, да, одно и то же. Так, что нам с этой тележкой теперь делать? А, понял. Я, похоже, нужен сюда пере... Блин. Похоже, нужно вот сюда перетащить тележку. И туда просто спустить, да, вот в то место. Так, то есть ты только там хочешь браться? Так, а ты тут не пролезешь, да? Понял я уже, что с тележкой, да, надо делать. Нужно ее, то есть, вот сюда.
Тут мы сейчас, значит, вот эту вот штуку полностью всю поднимаем. Вот так вот как-то. И вот тут, короче, проносим. Ее нужно, короче, вот по тому тоннелю пустить. Вот тот, вот, который левый. Ну, этот правый, да? Я, конечно, не эксперт. Но мне лично кажется, я мыслю правильно. Ага, тут еще сейчас этим... На железной дороге чуть поработаем. Ее бы на самом деле еще чем-нибудь нагрузить здесь, я не знаю, камнями, чтобы она потяжелее была, знаешь, как мне лично кажется. Если бы вот ее можно было чем-нибудь еще нагрузить. Так, там бабайка орет. Так что мы туда... Так что мы туда не пойдем, я думаю. Пока что. По крайней мере... Ее бы вот реально чем-нибудь нагрузить таким, не знаю, ну, камней хотя бы туда покидать, чтобы она... Меня звук просто испугал, вот прям вот реально, я еще серьезно сейчас говорю. Так, тут у нас что? Ух ты, дирочка. А что ты думал-то? Господи, орет он тут еще у меня. Ох, это не к добру, я чувствую. Ох, это не к добру. Вот что-что, вот это вот прям... Вот это вот прям явно не к добру. Вот я вообще не знаю даже как это комментировать, если честно. Так, ладно, значит сейчас будем поаккуратнее. Он откинул, конечно. Не слабо так. Так, погоди, а у нас... Короче, странно как-то у меня... Короче, получается, что записывается... У меня, короче, записывается геймплей, но почему-то у меня не горит эта штука, то, что он записывается. Ну, как бы это, типа, условное обозначение, не знаю, на карте. Поэтому я надеюсь, вы сейчас все видите. То, что я сейчас бегу, спасаюсь. Как нам сюда похоже? Ничего себе! Шахтеров-то тут сколько! О. Так. Ладно. Сматываемся, правда. Сматываться нужно, правда, отсюда быстрее. Ну ты вообще нормальный. То есть ты туда же, куда и, собственно говоря, где и начинал пришел, да? В итоге. Тихо.
Тихо, я сейчас ничего видеть не буду, правда. Так, а вот тут вот мне как пройти? А, вот так вот, то есть просто... The heart is his weakness. If I can hit him there, it'll all be over. Аккуратненько. Так, тихо. Ух, как меня не прошибает-то. Так, давай быстрее. Так, что тут ждем сейчас? Еще раз ультанет. И, в принципе, можем топать. Вот и все. Я так и не понял просто, знаешь ли. Че, мы шахты выбрались, получается? Ну, вот на самом интересном месте, вот ты прикинь, на самом интересном месте вот всегда все прерывают. Я вообще офигею с этой игры, реально. По-моему, реально, ради вот этих вот всех моментов, которые, как понимаешь, в прошлом, по сути, стоит играть в эту игру, реально. Но вот эти вот моменты, когда ты играешь в этого за героя в настоящем, это прям это... Да. Тут просто вот я не могу это по-другому как-то описать. Я просто, понимаешь, я не знаю зачем, но как бы в этой игре, ну как бы зачем в этой игре, в принципе, такое большое количество головоломок вот именно за как бы героя, который в настоящем вот мы играем. Если бы всех вот этих вот головоломок не было, то было бы очень даже хорошо, вот прям вот реально. Так, ну, во-первых, нужно что-то с этой веревкой, я так думаю, придумать. Вот, например, ее ножом разрезать, не? Как тебе? Вариант. Конечно, это наручники, их, наверное, вряд ли, конечно, ножом разрежешь, но ты можешь, я знаю. А, ну или да, ну или так вообще. Fuck, I think I'm gonna puke. Это, конечно, жестко. Долго, я так чувствую. Это будет, блин, очень долго, я так чувствую.
Так, ну и по цепочке убираемся, чё. Тогда побыстрее, пожалуйста. А, то есть ты так еще будешь, да, медленно руками перебирать? Ну, конечно же. Конечно же. Кто бы мог подумать. Fuck, the plank is gonna break. Я, правда, слегка не понимаю, как... вот эта вот штука, как вот эта вот цепь, в принципе, выдерживает человека. Если она как бы изначально рассчитана на ведро. Конечно, хорошо то, что они этот момент обработали тем, что она все-таки сломалась. Эта доска, которая наверху это все дело держала с ним вместе. А, то есть теперь вы мне еще раз предлагаете, да, в Майкла Джордана поиграть? Ясно. Уже с первого раза, кстати. Так, сейчас нужно не ошибаться с этим, с QuickTime-эвентом. Чтобы вот такого уже у нас не было. Fuck, the plank is gonna break. Так, белая. Все, выбрались. Хорошо. Вроде. По идее. Так. Теперь чего? Чего? Интересно мне это знать. А, от наручников ключи, хочешь сказать? Вот это прикольно. Ну, это прикольно. Вот это прикольно. Вот это прям вообще нормально, нормуль. Так, нам похоже сюда. Почему я в этом так уверен? Потому что тут вот эта вот штука, и мы через нее можем пройти. Так. Недалеко я от дома. Ну, в принципе, да, как бы учитывая то, что у того этого был... у его же дома, собственно говоря, да? Так ты вообще другим путем мог бы пойти. Emma's alone at home. Must get back to her as fast as I can. Да я знаю. Покой еще вернемся. Так. Так. Я, конечно, не понимаю, почему он вот эти вот доски, которыми он этими руками отрывает, он не рубит мачете. Я этого правда не понимаю, вот прям серьезно. Уж по-моему, это куда эффективнее было бы. Не? Я как понимаю, если бы, не знаю, если бы вот этого мачете не было, как бы, да, вот там, не знаю, там на первых главах. Вот, а тут-то, ну, зачем, по сути, руками-то их отрывать. Так, тихо. По-моему, я кого-то слышал, не? Или мне так казалось. Так. Так, сарай еще какой-то. К сараю, понятно, не пройдем. Так куда идти-то? Не, я реально этого не понимаю просто. Так, о, фонарик, ты вот этот фонарь не хочешь взять? Ты серьезно? Так, сейф был, значит мы идем куда-то правильно, похоже.
То есть вот он вот не хочет взять фонарик, вот этот вот, который здоровый. I've left my wife alone and there's a maniac on the prowl. I just hope she's all right. Да, я тоже надеюсь, что с ней все хорошо, знаешь ли. Так, вот вроде домик наш. Домик, домище прям. На фоне тут стальных. Домище прям вообще какой-то. Здоровенный домище прям. Я бы так сказал. Эмма! Так, Ленин тут. Тогда... так, в подвал дверь закрыта. Это на самом деле хорошо. Потому что я, если честно, сейчас в подвал желанием идти не горю особо сильно. Потому что там, наверное, явно что-то плохое сейчас конкретно будет. Fell into a stream. I'm all right. He's come back. You hear me? He keeps harassing us. The phone doesn't work. Maybe he cut the wires or... The important thing is he didn't do anything to you. But he could have. Look what I found. God. I'm sorry. I shouldn't have left you alone. Did you meet the sheriff? He... No, I must have missed him. I found the telegrams, though. And believe it or not, the diary I told you about... Diary?! Nicholas's diary. It'll help me decode them. I just need to find the remaining pages and then... You're doing it again! Someone wants to kill us, and all you're worried about is work? Why don't you think about me? About our child? I do think, all the time. Then do something to keep us safe, and do it fast. It'll be over soon. I promise. В ручей он упал, да. Да, конечно, да. Emma's on edge. She needs to calm down. Обыскать машину. Luckily I've got his car keys. Откуда ты знаешь, что это именно ключи от машины шерифа? А, ну да, на ней же, наверное, написано, да. Так, почитайте на паузе, кому интересно. Тогда... What's this? In the late 19th century, the Hyde family, in order to avoid further association with the accusations against Jacob Hyde, legally changed their name to Stevenson. What? What the fuck? Am I supposed to believe that my family and the Hydes are one and the same? That's fucking absurd. Someone would have told me if we had such stories in our family history, wouldn't they? Unless it's bullshit. Bullshit invented by the sheriff. He wanted to set me up, mess with my head. Was he even a real sheriff? Fuck, I seriously can't put my finger on this. Изучить документы. Так, вот как, пожалуйста. Или ты где-то это в отдельном месте хочешь сделать? Да, тогда пойдем, что ли, в офис твой. Я реально просто не знаю, чего вот он от меня хочет, как бы вот именно вот в этот вот момент, вот именно вот сейчас.
изучит документ, что мне с ними делать. Вот они вот есть, как бы, документы, вот что вот он, ну, как бы, да, вот мы их прочитали, да, окей. Что, опять к этой, что ли, прийти? Тут закрыто, тут закрыто. Где их изучить хотя бы, написали бы, не? Игра, не хочешь так? Я по-нормальному как. Да уж. Что сюда как-нибудь сядешь, я не знаю. Another secret. A hidden room in our house. I have to check it out. That fucker could have even been there when we moved in. Too bad I didn't know about it before. Так, ну вот, например, я вот их нашел. This is it. I just need to place the disc in the opening, just like in the picture. Так, погоди, что там? Что там за записка? Да елки-палки. Ночью грянувшая, днем обдумают, и тени святое в тени скрытое свет раскроет. Так, ну сюда им надо что-то положить, похоже, да? The gate of hell? I don't get it. I don't think I want to. Что-то сложно. Что-то реально сложно. Так, 1864 АДМ. Чё, как бы? Я просто реально просто не понимаю. Вот почему вот это все нельзя было сделать в кат-сцене, а? Вот мне кто-нибудь объяснит, почему это все нельзя было сделать в кат-сцене? Допустим, вот у нас АД. И чё? Я просто не понимаю. Вот хоть убей, реально не понимаю. Здесь сюда его положить как-нибудь? Нет. Нет, 1864 это явно вот сюда, короче, у нас подходит. Короче, ладно, я думаю, мы с вами на этом закончим. Я еще подумаю, на самом деле, над этой загадкой. Так что, ребят, всем спасибо. С вами был я, Артем. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх, вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте о канале друзьям, комментируйте. Добавляйте видео в избранное. Все это очень сильно помогает каналу
как канал, так и видео развиваться. Так что всем, как всегда, за это все большое-большое спасибо. И всем на этом до свидания. Всем на этом пока.